Приветствую вас на своем канале, меня зовут Виктория Хилько, и сегодня я хочу поделиться с вами своим заказиком по 8-му каталогу Faberlic. У меня заказик очень интересный, много новых вещей, которых я вам не показывала, потому что давно не снимала такого рода видео, но действительно, начнем мы от дома Faberlic, и там тоже есть крутые вещи, о которых я не знала ранее, хотя они были в каталоге, и закончим функциональным питанием, да, БАДами от компании Faberlic. Давайте начнем сразу, и хочу рассказать вам про кондиционер для белья с аромакапсулами с орхидеей. Это один из моих самых-самых любимых кондиционеров, потому что аромат у него потрясающий. Белье пахнет очень-очень вкусно, нежно, приятно, вот легкой такой орхидейкой. И причем, когда все белье, да, висит на балконе, то и на балконе стоит потрясающий просто аромат. Я вот всем-всем-всем рекомендую попробовать именно этот ополаскиватель. Он реально классный. Дальше. Ни одна моя стирка не обходится без пятновыводителя, особенно сейчас летом, когда дети пачкаются по 3 раза на день. И кто у меня есть в Инстаграме, да, пару дней назад вы видели, что у меня закончился пятновыводитель, и это был стресс, потому что 3 дня стирка не запускалась без пятновыводителя, и это моя прям такая радость-радость, что наконец-то сегодня он ко мне пришел. В общем, это классная вещь, шикарно выводит пятна, и я всегда забрасываю его вместе с нашим порошком. Порошок я тоже заказала, потому что скоро закончится предыдущая упаковочка. Это, по-моему, без каких-либо ароматов, это обычный, то есть не ароматизированный. Я еще люблю альпийские луга заказывать, но вот этот без аромата, по-моему. Вот, шикарная вещь, хорошо стирает одежду, полностью выполаскивается, что для меня очень важно, потому что у моей дочки потом начинается аллергия. Вот, поэтому этот порошок для меня спасение. Он так же, как и пятновыводитель, производится в Германии, и это шикарная вещь. Вообще, некодом Faberlic — это просто шикарнейшая вещь. Дальше, для упаковочки порошка я заказала зажим, да, такой держатель. Это для меня открытие, потому что она уже давным-давно есть в каталоге, но у меня ее не было. Как-то я думала, что она мне не нужна, хотя сейчас понимаю, какая-то классная вещь. Вот просто полистала каталог и как по щелчку: вау, мне нужна эта вещь. Я ее заказала. Смотрите, отрезаем полосочку и зажимаем. Все, порошок герметично закрыт, ничего в него не попадет, и порошок отсюда тоже никуда не высыпется. Это классно. Причем этот зажим можно использовать не только для порошка, да, для любых таких вот сыпучих вещей, которые хранятся у вас в пакете. Еще один пятновыводитель — это карандашик. Это тоже спасение для меня сейчас, когда начался сезон белых кед. У нас с дочкой белые кеды, особенно дочка вымазывает их каждый божий день. И меня спасает вот этот карандаш-пятновыводитель, потому что в саду она их добивает так, если утром она выходит с белоснежными кедами, то к вечеру она приходит с черными кедами. И опять же, подписывайтесь в Инстаграме, я об этом рассказываю, показываю, как все это удалять и убирать. Это тоже шикарная вещь. По акции сейчас шли при покупке 2 предметов, да, то есть шикарная, хорошая акция шла на на отбеливатель и влажные салфетки для удаления пятен. Ну, там было много продуктов, конечно. Так, я прошу прощения, мой ребенок прискакал. Все, ребенок ускакал. В общем, ей стало скучно одной в комнате, она решила прийти попеть песни. Вот, так вот, они сейчас, 2 продукта эти, идут на хорошие акции. Ну, там еще есть какой-то выбор, но мне нужен был отбеливатель, потому что сейчас летом у меня очень-очень много вещей, и у меня, и у детей, особенно мальчик. И опять же, при стирке я добавляю там ложку-полложечки вместе с порошком и отбеливатели, и влажные салфетки. Ну, конечно, это must have, это должно быть у каждой мамочки, это однозначно, да и вообще у каждой девушки и даже у каждого мужчины, потому что как только какое-то пятнышко вот свежее где-то посадили, достали салфеточку, вытерли, и пятнышка нет. Это тоже спасение, такая палочка-выручалочка. Тем более они сейчас на акции идут, допустим, можно 2 упаковки салфеток взять, они будут по выгодной цене. Полистайте обязательно каталог. Теперь из дома Faberlic те вещи, которые меня удивили. Первая вещь — это нейтрализатор запахов. Она уже довольно-таки давно
вещь, она, но спрей он, да. Этот спрей уже давно в каталоге есть, я на него не обращала как-то внимания, мне казалось, что это какая-то, честно, вот, ну, такая поиграться. И смотря обзор одной девочки, ну, она так вкусно рассказывала об этом нейтрализаторе, что он такой крутой, классный, и, честно, я повелась. И брала на свой страх и риск, но не прогадала. Вещь действительно классная. У меня в ванной появился какой-то неприятный запах, и я не могу понять, откуда он. Скорее всего, из-за того, что у нас там неправильно положены, да, трубы, то есть стёк не под наклоном таким сильным, а какой-то прямой. Возможно, там собирается какая-то гадость, в общем, и все эти неприятные запахи сразу не уходят, не смываются. Вот, не знаю, короче. Вот, и поэтому решила попробовать. И же говорю, не прогадала. Сегодня я получила заказик один раз, всего лишь один раз я еще сегодня воспользовалась этим средством в ванной комнате, и уже я захожу вечером, то есть попырскала я днем, а уже вечер, я запаха практически нет, действительно шикарная вещь. Плюс этот спрей можно использовать как и освежитель воздуха, потому что запах у него очень-очень-очень-очень приятный. И здесь прям широкий спектр, где его можно применить. Можете заскринить, остановить, на паузу поставить, почитать. Ну, вещь шикарная, я рекомендую, у кого есть животные, кто курит в помещении потом, да, разбрызгивать, в туалете можно, в машине можно, мусор удалять, рыбу, в общем, от всего, действительно, вещь шикарная, обязательно, вот обязательно-обязательно ее тоже закажите. И еще одна вещь, которая меня удивила, я боялась заказывать эту вещь, водный спрей для разглаживания белья, я тоже почему-то посчитала, что это будет как бы, ну, тоже побаловаться. Но опять же, по обзору одной девочки я взяла его и опять не прогадала. Сегодня мне пришлось утюжить платье на утренник дочки, и этот спрей меня действительно спас. Я не знаю, будет ли он разглаживать одежду просто без утюга, потому что в способе применения написано, что можно просто разбрызгивать на одежду, положить ее на ровную поверхность и потом ручками разгладить. Вот так я не пробовала, честно, но с утюгом и с этим спреем все идеально разглаживается. И я думаю, теперь мне не составит вообще никакого труда утюжить рубашки мужа, потому что и рабочих много рубашек, и так на выход, которые рубашки праздничные, скажем так, они тоже мнутся, плохо разглаживаются, и это, я думаю, тоже будет для меня спасением. По крайней мере, с детским пышным платьем он мне помог справиться со всеми проблемами. Еще у меня есть пена для бритья для мужа. Ну, в этой пене ничего сверхъестественного нету. Мужу нравится, он на нее не жалуется. Мне нравится ее аромат. Немножко такой ледяной цитрусовости здесь есть. Хорошая такая стандартная пена для бритья. То есть ни раздражения, ни сухости, ничего моего мужа нет. Поэтому мы и заказываем вот такую вещь ему постоянно. Классная вещь, шикарнейшая вещь, в которую я была безумно влюблена, когда у нас была в каталоге, это Малофтилин. Год мы мучились без этого кремика. Но это действительно спасение, и это должно быть в аптечке, я считаю, у каждого, потому что какие-то ожоги, на солнце сейчас где-то подгорели, укусы насекомых сейчас пойдут очень много, особенно у детей. Какие-то раздражения, покраснения на коже. В общем, все, что связано с кожей, вы можете спокойно, я бы сказала, даже вылечить этим кремом. Я своей дочке выводила так аллергию. Вот у нее, если аллергия вылазит, то сразу вот здесь за ушками, да, такая корочка, и вдоль вот так по головке идет. Я что делаю? Я просто намазываю, хожу там минут, она ходит 15-20 минут, потом я смываю водичкой все, да, мою голову, и вот там ничего практически не остается, даже вычесывать ничего не надо потом из волос. Этот крем можно использовать также для усиления вашего уходового крема, ну, то есть крем-уход, который вы используете на ежедневной основе, то есть усилить его действие вы также можете при помощи Малофтилина. Ну, шикарная вещь, я не знаю, приобретите ее тоже обязательно. Зубная паста плюс 200%. Я сейчас вообще не хожу в аптеки, ни в магазины, никаких
колгейтов и блендаметов, это точно. Это табу у нас в семье, потому что мы пользуемся зубной пастой только 200%. И это не потому, что я сотрудничаю с компанией Faberlic, да, то есть, конечно, у нас есть в доме вещи не от компании Faberlic, но зубная паста только вот эта эксперт фарва. Ну, я там иногда под шамами другие пасты возьму, опять же, из Faberlic, но вообще мы пользуемся только 200%, потому что там широкая линейка, там много есть зубных паст на выбор. Я благодаря этим зубным пастам теперь не испытываю никаких кровотечений, потому что есть пасты для чувствительных зубов, которые там помогают все, мне кажется, подлечить, потому что у меня ни десна не кровоточат, ни чувствительность зубов какая-то прям сверхъестественная стала. Вот прям как-то вот прям хорошо можно выпить и горячую кружку чая и съесть мороженое. Там большой ассортимент, я беру постоянно плюс 200%, и еще беру для чувствительных зубов. Периодически сейчас мы берем отбеливающую зубную пасту, вот тоже из этой серии, и отбеливающая зубная паста просто шикарная. На несколько тонов ваши зубы становятся светлее, поэтому обязательно, вот тоже рекомендую настоятельно, сменить просто вот зубную пасту на вот этот плюсик. Единственная паста, которую в этой серии я не люблю, это с прополисом. Ну, не люблю я просто прополис, вот мне как-то противно. Заказала еще себе новиночку недавнюю серии ICUL, заказала витаминный тоник. У меня уже есть пенка, и в Инстаграме, опять же, я вам все уши прожужжала о том, что это шикарнейшая пенка, нежнейшая, деликатно все снимает и очищает полностью ваше личико, всю косметику и все, что есть на лице. Звуки на заднем фоне, это дочке скучно, так что уж простите. Режим онлайн включен, в общем, у нас. Вот, и сейчас решила попробовать, в общем, пенка для умывания шикарная, обязательно ее попробуйте. И решила попробовать витаминный тоник. Знаете, здесь какая штучка есть, такой необычный тоник, он распылитель. Я не знаю, насколько это удобно, возможно, это будет попадать на волосы, да, но пишут, что должно быть хорошо. Вот, видно, такое мелкое распыление. Еще отвлекусь на минутку, пойду спасать детей. Так вот, распыляет он хорошо. Как мы смогли с вами сейчас заметить, не знаю, было ли вам это заметно, не знаю, сколько это будет удобно на лицо наносить, опять же повторюсь, потому что как-то обычно, да, тоник на спонжик, умылся, выбросил и пошел. Но мне кажется, тоже, ну, в общем, надо, наверное, приловчиться, приспособиться. Пока его еще не успела опробовать, прям вот не смогу сказать про него, что он и как он. Единственное, вот только по упаковочке. Ну, упаковочки классные. Это корейская разработка, совместная, да, разработка корейских лабораторий и Faberlic. И мне кажется, что это шикарная вещь. Единственное, нужно точно знать, как правильно эту серию применять. Дальше. Еще две вещи. Обычные из каталога и функциональное питание. Гигиенические салфетки просто гигиенические салфетки. Я их люблю, потому что они и с них не течет вода, да, как бы возьмешь салфетку, а там сплошная вода. И они не сухие, то есть достаточно такие влажные, чтобы протереть, например, ручки. Ну, я их просто люблю. Дальше. Заказала для себя масло для тела. Опять же, кто есть в Инстаграме, видели, что закончилось у меня земляничное масло, и я поспешила заказать себе еще одно, поскольку молочко, особенно для ножек, меня не спасло. Лучше брать вот это масло. И аромат у него, конечно, потрясающий. В общем, масло крутое, не открывать на голодный желудок, потому что можно съесть, но безумно вкусно, приятно пахнет. Это смородина и ежевика. Теперь функциональное питание. Заказала я себе омегу, как-то мы ее уже давновато не пили, прям, наверное, месяца два так точно. А муж уже сам сказал: Вика, где омега? А плюс сейчас я начала стройнеть, сбрасывать лишние килограммы, которые мне не нужны. И, конечно же, омега очень-очень нужна для нашего организма. Рыбий жир не зря раньше давали, да, все, и всем, и взрослым, и
деткам, потому что рыбий жир, он помогает восстановиться всему организму, в первую очередь поднимает, повышает, да, наш иммунитет. Поэтому обязательно пропивать его. Мы пьем всей семьей, и я, и муж, и дети. Мы пьем по 2 капсулки, дети пьют по 1 капсулке. Вот. И шикарная вещь, и кожа становится такой хорошенькой, и волосы, и вообще повышается настроение, иммунитет, потому что, да, себе уже как бы приподнимается, чувствует себя так бодрячком, и вы себя будете чувствовать бодрячком, поэтому хорошая вещь, хороший состав, такой натуральный хороший состав, и, в принципе, справляется, и по цене, ну, недорогой, за 60 капсулок, это хорошая цена, то есть, ну, одному человеку, допустим, взрослому, нужна на месяц вот одна такая баночка. Дальше, поскольку я стройнее, я заказала себе алоэ. Алоэ я как-то пропивала, но, по-моему, это уже было давновато, но там, мне кажется, была какая-то другая баночка, не такая, как сейчас. Ну, вот почему-то у меня такое, пацаны, может, я что-то путаю, потому что давно пила. Что делает алоэ? Алоэ помогает вывести все шлаки из организма, в общем, все-все-все какашки, которые есть плохие в нашем организме, и лишняя жидкость, и все-все-все. Алоэ нам помогает вывести. Нужно просто добавлять ее в чайную ложечку, в стакан водички, да, в 200 мл и выпивать. Она прозрачная, цвет воды не поменяется. На вкус, ну, водичка практически тоже не изменяется. Может быть, чуть-чуть немножечко станет такой с кислиночкой, потому что здесь и есть, по-моему, регулятор кислотности, лимонная кислота еще, да, вот чуть-чуть ее есть, поэтому, ну, это вообще практически незаметно, вот, но это улучшит работу кишечника, да, и выведет все, что не нужно, и обязательно нужно пить такую вещь, особенно тогда, когда вы худеете, в общем, скажем так, вот, ну, и вообще почистить свой организм необходимо, и еще дочищаю я свой организм вот таким вот чаем травяным, чистота и легкость в теле. Хорошая вещь, тоже я ее пила, его чай пила зимой. Что я вам советую? Это пакетики, здесь 20 пакетиков. Будет такой, как похож, когда завариваете, как зеленый чай, то есть он не будет черный, прям такой вот желтенький по цвету, скажем так. И когда будете пить, он будет вам напоминать чем-то ромашку, обычную ромашку, ну, с каким-то немножечко легким-легким еще привкусом. Но она абсолютно, чай абсолютно не противный. Ну, в общем, пьете как ромашку. Если пили хоть раз ромашку, то знаете, что это такое. Единственное, что я вам советую, пить его днем, то есть с утра, потому что все-таки он обладает таким немножечко мочегонным эффектом. И тоже, опять же, у вас появится такое чувство легкости в теле, чистоты. В общем, опять же, помогает выводить все ненужные, все-все-все ненужное, что есть у нас в организме. Все шлаки, все, ну, в общем, все. Один пакетик попробуйте заварите себе, потому что у каждого работа организма по-разному происходит. Возможно, вам будет достаточно одного пакетика. Если вы хотите усилить эффект, тогда, конечно, можете заварить и два. Но начните с одного. Дальше еще заказала 2 протеиновых батончика. Это для того, чтобы заменить сладкое. То есть, особенно если вы худеете, сладкое нужно исключить. Но понятное дело, что для организма полностью сразу исключить — это огромный-огромный стресс. Нужно чем-то подпитывать его. Так вот, я предлагаю вам вот эти протеиновые батончики. Они очень приятные на вкус. У меня эти батончики едят дети. Вот просто так, без чая, без них всего. Просто грызут такие сладости. 2 вкуса. Шоколад и кокос. Ну, действительно, очень вкусная вещь, потому что я пробовала не в обиду компании Oriflame, просто кто-то может, допустим, такое есть, кто-то нет. Вот я не из того числа пробовала у них протеиновый батончик, честно, выворачивала все наружу. Ой, фу, ой, не могу даже вспоминать. Наши батончики нет, они какие-то полегче и очень хорошо воспринимаются. Опять же, компания Oriflame, меня простите, я не в обиду, просто вот мой организм не смог их есть. А вот эти батончики очень-очень-очень-очень-очень вкусные и при этом полезные. Берите их на перекус или взамен какой-нибудь сладости. Тем более они сейчас идут по акции. При покупке 2 хорошая цена на них. И последнее, что я заказала, это имбирный напиток.
Я его взяла две упаковочки, ну, как бы летом мы особо не болеем, вот, но на всякий случай, чтобы были, потому что остальные закончились. Как только появляются первые признаки простуды, я этот пакетик растворяю и для себя, и для детей. Детям половинку, себе целую, вот. Здесь имбирь, мед и китайский лимонник. В общем, отлично справляется с первыми симптомами, немножко приторноватый, поэтому я советую разводить его побольше, то есть здесь там 150-200 мл, по-моему, рекомендуют, я его развожу в большой кружке, потому что он такой сладковатый, ну, то есть вы понимаете, здесь мед есть, имбирь и лимон, ну, вот такое сочетание. Классная вещь, устраняет первые запахи, первые признаки простуды, и от них не хочется спать. Вот если от аптечных, там, Болдрекс какой-то, да, то сразу тянет на сон, то здесь же нет. Выпили, просто такая вот... Горячо-горячо так становится внутри, но зато приятно, все... И нос отлаживается, и как-то вот чувствуешь себя... И голова перестает болеть, и чувствуешь себя хорошо. Поэтому тоже рекомендую иметь такие вещи. Ну и еще вот майка. Сейчас попробую показать, влезть в кадр, новиночка. Черненькая, у меня еще есть голубенькая недавняя новинка и беленькая, но, возможно, как-нибудь вам покажу в другой раз, в другом каком-нибудь ролике. Классная маечка. В общем, это все, что я хотела вам рассказать. Большое спасибо, что досмотрели. Предлагаю вам оформить, рекомендую оформить бесплатный дисконт в компании Faberlic, ссылка ниже под видео. Во-первых, для того, чтобы воспользоваться крутой акцией, получить сразу в подарок от компании на за первую свою покупку 30 рублей белорусских, либо 1000 рублей российских, да, ну, для других стран, если вам интересно. Если меня смотрят другие страны, вы мне напишите в личку, и я вам, конечно же, отвечу. Вот, и сможете воспользоваться приятным бонусом, оплатить половину своего заказа деньгами от компании. И не стоит бояться регистрации, потому что это не значит, что вам нужно бегать с каталогами и продавать продукцию. Мы с вами живем уже в 21 веке, вы просто будете экономно покупать для себя. В общем, все, большое спасибо, что были... со мной, подписывайтесь на меня в Инстаграм, там я сейчас очень-очень много всяких полезностей тоже выбрасываю. Все, до новых встреч, пока-пока!